Сегодня мы проверим, как народные избранники реагируют на обращения своих избирателей. Под прицелом нашей телекамеры окажется депутат Екатеринбургской думы Алексей Вихарев. Ольгу в депутатскую приемную привела тяжелая жизненная ситуация. У женщины накопился огромный долг по коммуналке – больше 200 тысяч. Помощники депутата помогли составить заявление в управляющую компанию о рассрочке платежа. Даже мне как бы пообещали списать половину пеней. А пени составляли 130 тысяч, но половина – это получается 1065. Дальше наш путь лежит во двор на Кобозева. Местных жителей не радует избыточная зелень. Из-за густых крон хозяева квартир, особенно на первом этаже, 3 года света белого не видят. Днем особенно, потому что очень темно в комнате, и вечером тоже. У меня под окном 5 больших деревьев. Я вообще в темноте живу, как в лесу. По просьбе жильцов Алексей Вихарев сделал запрос коммунальщикам. Они пообещали за лето подровнять деревья. Но возражает у нас одна квартира, которая протестует против этого, и вопрос приостанавливается. Как найти выход из тупика, депутат объясняет лично. В многоквартирном доме действует принцип большинства. Для того, чтобы решение общего собрания жильцов дома носило легитимный характер, необходимо 2/3 подписей общего количества собственников дома. В этом случае решение будет легитимным, законным, и меньшинство будет должно подчиниться большинству. В общем, Алексей Вихарев всегда открыт для общения, поскольку считает, депутат со своими избирателями должен работать не только во время избирательной кампании, а весь срок депутатского созыва. Юрий Шумков, Иван Быков, Городской дозор.